нашим игрокам нужно будет ответить на 12 вопросов. Ну что, проверим участников на знание школьной программы и логику. Поехали! Как звали хоббита, которого сыграл Элайджа Вуд? Не помню. Я не смотрела ни со стенка лица. Дань Горький. Правда. Какого цвета кленовый лист на государственном флаге Канады? Красного. Красный. Красный цвет. Красный. Из какого зерна делают японский спирт саке? Риса. Из риса. Рисовый спирт, да? Пшеница. Какое русское слово означает крепость в городе? Так, крепость в городе. Кремль. Крепость в городе? Замок. Замок. А, Кремль. Кремль. Какой национальный цветок Японии? Тюльпаны. Сакура. 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 Какую территорию Россия продала США примерно за 7 миллионов долларов? Аляску. Аляска. Сейчас. Аляска. Аляска. Каково значение словосочетания «купить кота в мешке»? Купить неизвестно что. Не знать, что ты купил, какого качества эта вещь и долго ли она тебе прослужит. Это значит сделать какой-то выбор, и ты не знаешь, какие будут последствия. Не знаю. Как писать правильно слово «чересчур»? Чересчур. Через дефис. Нет. Мне слитно. Хас, я никогда не писал это слово. Я всегда находил синонимы. Я избегал этого. Чересчур. Вместе через «с». Чересчур. «С». Чересчур. Через «с» слитно. В каком году было отменено крепостное право в России? В конце 19 века, точно не знаю дату. 1861. 61. 1816 или 41. 61. 1861. Какая книга обязательно должна быть в каждом магазине? «Война и мир». Куран. Ясновиков. На каких зданиях в Древней Греции была надпись «Здесь живут мертвые и говорят немые»? Не знаю. Не знаю. Здесь живут мертвые. И говорят немые. Храмы. Книги. В книгах? Так, некрополь? Нет. Наверное, правительственные здания. Театр. Амфитеатр. Библиотека. Переведите на ингушский язык пословицу. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Щен по голоде воды заклотки. Штиф. Пагл или щен по голоде воды заклотки. Щен по голоде воды заклотки. Пагл лац хажи заклотки.